опять опоздала. Куда поступаешь и кем хочешь стать? Я не знаю, куда поступать. Я Харбаев формат, ученик 11 класса. Хочу поступить в Казахский американский университет в Алматы. Кем хочешь стать? Хочу стать маркетологом. Ну я Петхолов Дима, поступаю там в Саратовский институт. Архитекторов там, туда-сюда, СГУ, короче. Меня зовут Алена. Я поеду в Самарский государственный экономический университет. Буду миллионером. Меня зовут Федосов Санек. Я поступаю в Тамбовский государственный университет или на худой конец Московскую академию Плеханова. На худой конец Москву, а вообще в Тамбов. Да. Я Дубашев Ильяс. Короче, поступаю в Московский российский гуманитарный университет. Я хочу быть политиком. Ты повышу камеру, мне так нравится. Меня зовут Даша, я поступаю... Куда я поступаю? Даша поступает. И ИС, а как расшифровывается? Институт экономики и сервиса в Москве. И чё? И кем хочешь стать? Имиджмейкер. Имиджмейкер. Ну я Ищанов Дамир. Я Ищанов Дамир, буду поступать в Самарский государственный медицинский университет. Хочу стать стоматологом. Здрасте, меня зовут... Сири Галина. Я поступаю в Шотландский университет Страйт-Клайд на факультет инженерии и технологии менеджмента. Стать хочу человеком хорошим. О, главная профессия. Да, и еще богатым. Ну, бабло так, само собой. Меня зовут Роман. Я останусь здесь, в Уральске, и буду учиться на юриста. Я хочу стать бизнесменом. Подожди, дай подумаю. Привет, я Зарина Урзалиева. В данный момент учусь в 11 классе, но в будущем планирую стать послом или что-то связанное с гуманитарными науками. Где именно буду учиться, пока не решила, но думаю, в Москве. Пока. Ну я не знаю, что мне говорить. Я текст забыла. Привет, меня зовут Карина. Я ученица 11 класса. Пока что я не решила, но я думаю поступать в Китай. Я вот уж не решила. Ну а примерно кем хочешь стать? Ну, наверное, думаю, в сфере экономики что-нибудь. Все, спасибо, свободно. Тихо. Не улыбайся. Да. Не улыбайся. Дашка. Скажи, когда идти? А мне когда? Когда идти? Иди давай. Мотор. Мотор, а что значит? Уже начали? Да. Блондинка в законе, блин. Мне закон. Говорю, дурак, не смотри фильм. Зиха, скорее, вот собираюсь на хирурга, потом пойду, наверное, в морг, у меня будут... Гай, блин, ты меня раздражаешь, или не смотри на меня. И не... Ну, снимаешь? Снимаем. Точно красный? Точно красный? Я вам не верю. Ваня, смотри, что на все, давай, смотришь туда. Смотри, Санёк, тихо. А ты чё ржёшь? А ты чё, Нет, чё ты ржёшь? Да-да, пошли. Блин, топный такой, ну, блин, ну махни, что ли, я не вижу. Не хочу лучше запрошу, тёмный прошу. Это МВС, чё ты ржёшь? Санёк плачет, какой замечательный фильм. А в третий раз плачется. Увиделся я так вот. Ещё раз, и чтобы рука... В другую сторону, а то у меня тут зубы кривые. Рука закрыла именно. В другую сторону. Да, вот в эту сторону. Нет, но мне тут зубы кривые. Он чуть-чуть ударит тебя, даже не сильно. Давай.
Санёк, кстати, по ноге заехал. Танцуй, Санёк. Это смешно, да, я тебя убью. А, точно! Давай! Подожди! Ой. Так, сейчас несколько анализов. Хорошо. Дышите. Ой, у меня актер. Да? Он все не переиграл. Первый раз на лыжи стал, не знаю, как правильно ходить. Все, хоть кашляй уже. Бешеный ученый. Так. Все, кино не будет. Электричество кончилось.